Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает, но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома, с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал Баламоту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как кто вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Так, первый взвод, выдвигаемся! Пошли! Самолеты. Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки поехали! Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! А ты неплохо держишься. А ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему мозг набит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, и все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Штуки, берегись. Мерда! Надо защитить наши шерманы! Вдалеке стреляют зениты! Мы
должны захватить одну из них и сбить штуки. Пулеметы в сарае! Черт! Земле! Заткните пулеметы! Два отряда, окружите их слева и справа! Давай, давай, давай! Граната! Быстрее! Дави! Швыряю гранату! Наши танки! Все,
их сбить! Вот они! На час! Цель уничтожена! По радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Еще враги! На два! Цель уничтожена! Вот падает! Они все поняли! Суки атакуют нашу позицию! Отлично, Дэниелс! Эй, ты Перес! Эй, Перес! Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли! Враги впереди, окопались с паками, надо их выбить! Хорошо, Пирсон, бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, сэр! Дэниелс, Сусман, вы со мной, идем! Пересказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам об этом думаю. Это наш. В-47. Черт. Надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Же гражданский. Это преступление? Ну, конечно, да. Тут хорошая мы позиция. Мы сражаемся с фрицами. Доставайте бинокли! Вон Перес и его парни. Идут в самое пекло. Нам нужно снять расчеты паков. Всем открыть огонь! Танками. Надеюсь, ножи не подведут. Всем танкам вперед! Пулеметы! Не выходи из-за танков! Прячься за танками! Крауты побежали из окопа! Полетела граната! Кидаю дымовую! Ага!
окопы! Вас понял! Вперед! Зачистим окопы! Прямо по курсу! Они сдаются! Не стреляй! Лежать! Лежать! Эй, Дэниелс! Разоружи пленного! Эй! Это Тёрнер! Они живы! Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте! Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд! Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Вперед! Бигсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Как ехать в Мариньи? По этой дороге следующая деревня. Впереди поворот, полегче! Дорога разделяется! Следите за отступающими краудами! Они пройдут прямо по роге Чарли! Мы должны их опередить! Левее! Берегись! Дэниелс, там краудзы! Почти прибыли! Газуй! Куда ехать? Прямо! Еще прямо! Долго не выдержим! Право! Лучше так не встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раной будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята! На рассвете займем Мариньи!
Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через бокажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы.